Впервые за долгое время Красноярский край вышел из десятки лидеров антирейтинга субъектов России с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19. Регион опустился на 12-е место. Всего за сутки вирус нашли у 102 человек, 31 случай в Красноярске. Общее количество заболевших за все время пандемии приближается к 18 тысячам. Здесь картина принципиально не меняется. Трое пациентов умерли за сутки, выздоровели 83 человека.